Телеканал КРТ представляє. Ну, в первую очередь, я хочу поздравить президента Зеленского с тем, что он действительно вошел в историю. Ну, может, даже и вляпался в историю. А как мы его теперь запомним? Мы его запомним как президента, первого президента, которому удалось закрыть телевизионный канал за все часы незалежності Украины. С этим, дорогой Владимир Александрович, мы вас и поздравляем. Почему я так утверждаю? Это мое субъективное мнение, и основывается оно приблизительно на следующем. Как мы знаем, Нацрада, Национальный совет, состоит из 8 членов участников, которые поднимают вот эти вот руки и выносят такие судьбоносные решения. 4 участника определяются непосредственно президентом, а другая часть, то есть остальные 4 участника, определяются Верховной Радой. Но мы помним, как, из чего сейчас состоит Верховная Рада, и из определенного монобольшинства. Мы видели, как активно все на тот момент 7 членов проголосовали за то, чтобы не продлить лицензию. Поживем, посмотрим. Люди меняются, а закон, к счастью, остается тот же. И мы начинаем, я бы назвал бы это, судебное преследование этих замечательных господ. И я уверен, что ситуация нестабильная. К сожалению, нестабильная. Все может поменяться. Но то, что служебный подвох был, это сказали и наши адвокаты, и я, честно говоря, придерживаюсь той же позиции. И, в принципе, я думаю, что мы еще не раз услышим о этих замечательных членах Национальной Рады. Но, дорогие друзья, я призываю журналистов к определенной журналистской солидарности и призываю к определенной солидарности со стороны наших телезрителей. Не забывайте, что адекватные каналы, они нужны в первую очередь вам, не нам. Потому что нам, деле, как говорится, думаю, плюшек не приходит. Нам все время приходится быть такими неприятными, может быть, для некоторых чиновников. Но поверьте, если вы хотите, чтобы ваши дороги строились без, скажем так, непонятных излишних затрат на километр дороги, то нужны журналисты, которые будут поднимать эти вопросы и доносить обществу. Если не будет нас, поверьте, я не скажу, что не будет вас. Просто ваша жизнь станет еще менее комфортной, чем она является на данный момент. Я бы даже сказал, что, как мне кажется, даже Владимир Зеленский, по большому счету, заинтересован в существовании таких телеканалов, как КРТ, 112, Ньюзван и так далее. И дать ему, кстати, в руки, например, открыто вот это письмо, которое телеканал... Открытое письмо, я опять же хочу обратиться к нашим подписчикам. Открытое письмо у нас есть на сайте, оно есть у нас в Ютубе, в Ютуб-ролике. Пожалуйста, по возможности, если у вас есть действительно такая возможность, присылайте в администрацию, в офис президента. Извините, пожалуйста. Это очень важное изменение. Вообще очень много важных изменений у нас в стране происходит. Мы переименовали какую-то вещь и уже ожидаем, конечно же, какой-то результат. Сейчас мы посмотрим, какой замечательный результат будет от того, что люди не увидят телеканал КРТ.